Мош. Мош означает по-армянски ежевика. Ежевика? А чего же ежевика? Это я так назвала себя, потому что в детстве меня звали Малина. Даже не Марлена, а Малина. Я любила собирать ежевиков. Ежевику очень часто. Мы ходили в лес и собирали вот ежевику. Из них делали варенье. Родилась я в Степанакерте. Город Степанокерт находится на горном Карабахе. Я очень люблю это место, кругом горы, и ты как бы в долине среди гор. Мои песни потому парят, как орел среди гор. Когда я пою, мне говорят, Марлена, это, это мы видим горы. Страна, ну, как я училась, я училась хорошо, конечно, но очень любила петь в классе. Мне в классе иногда дети просили, сами мои одноклассники. Марлина, спой, пожалуйста, песню. Я тогда пела русскую песню. Чайки за кормой верны кораблю. Они эту песню очень любили, и учителя тоже. Радовали свободному уроку, когда какой-нибудь учитель заболевал, и меня просили петь. Ну, я ходила в литературный кружок, писала стихи, всегда писала стихи, и до сих пор пишу. Ну, я член Союза писателей России. Что я могу сказать о моем детстве? Моя мама всегда пела, она любила петь за любым делом по хозяйству. Она любила ходить на концерты, меня водить на концерты. Отец мой любил танцевать и читать стихи. Он читал стихи, у него была великолепная память, он читал стихи, буквально поэмы Гованеса Туманяна. Наизусть. И другие поэмы. Мой папа знал три языка. Русский язык, азербайджанский язык и, конечно же, армянский язык. Мама моя знала только армянский язык, но очень любила русский язык. Она очень хотела, чтобы дети знали русский язык. И нас отвезла в Москву, определила, определила по лагерям. В разные лагеря мы ходили э, дети, чтобы не общались друг с другом, а общались бы именно с русскими. И таким образом мы научились говорить на русском языке. Что еще было интересного в детстве? Да, мой прадед, известный зурначий Аручун из села Сейсулан, он играл на зурне. И мой папа всегда говорил, мой дедушка, мой де это мой дедушка, он так хорошо играл на зурне, что из дальних сел приходили его слушать. Я говорю, не мог спать по ночам. Так они долго вот так веселились и общались. Я очень любила смотреть на небо, и сейчас люблю смотреть на небо. В детстве я была очень стеснительной. Я когда слышала, что кто-то поет по телевидению или на сцене, я думала, я не думала о том, какой красивый голос. Я думала, какой смелый человек. И это действительно так, выйти на сцену и спеть, и это действительно большая смелость для этого нужна. Но я думаю, что это я преодолела в себе.

пою русские, русские фольклорные песни, и не только фольклорные, но и эстрадные некоторые песни я пою, поскольку я росла, росла вместе с Россией. То есть в России я жила, в Армении, но Армения тоже была полна России, потому что там русский язык был государственный язык тоже. И часто ездили мы в Россию, в Москву и в другие города, я слышала песни русские, они мне нравились. Моя мама очень любила русских. Она говорила, это такой приветливый, такие приветливые, такие вежливые люди, говорит, такие интересные, с ними очень приятно общаться. И любовь моей матери к русским передалась ко мне. Я потому пою русские песни тоже. Какая ваша любимая песня? Моя любимая песня – это «Летят утки». Да, конечно. Пожалуйста. Летят утки. Летят утки. Да. приглашали в разные страны и как это неудивительно звали русские друзья правда я одновременно выступала и в армянских центрах чему я тоже очень рада но вот и в сша меня пригласил именно русский центр на русский фестиваль и там я выступала как москва многонациональная Поскольку в России живет очень много народностей и, на и наций, то я представляла культуру Армении в России. Я, видите, петь стала, в принципе, в России, и моя культурная, вот эта творческая деятельность развивалась в России. И я очень рада, что Русский центр любит и ценит мое творчество и зовет. Да, вот через Русский центр. И где же состоялись эти концерты? Кон концерты были в Олбани, это фестивали в Олбани и в концерты, также там и в армянском центре, в городе Троя, в Рочестере, вот в таких городах ожидается и продолжение. Буду летать в Лос-Анджелес, там тоже будут маленькие концерты, к сожалению, пока маленькие, надеюсь, потом будут большие. Да, я первый раз. Но мы уже семь концертов. Было уже семь концертов. Как вам нравится Америка? О, это, это неописуемо. Это город, действительно город мира. А я видела во сне в начале нью йорка Я это видела несколько лет назад, где-то два года. Я знала, что я буду. Буду в Нью-Йорке обязательно. Это, я была уверена в этом, что я буду. И это оправдало мои, мой сон. То есть я видела то же самое, почти то же самое примерно, что я видела во сне. Очень красивый город, мощный, сильный, красивый, величественный. Люди открытые, гиганты просто такие высокие, интересные, ну, открытые и такие доброжелательные. Ну, конечно же, я рада. Я хочу регулярно приезжать сюда. Это продолжать свою творческую деятельность. Я хочу показывать армянские и русские песни, а также свои стихи. Я стихи. Да, я думаю на русском языке, чувствую, возможно, на армянском. Стихи ваши? Да, такое. Я бы летала, да, ноги тяжелы, так тяжелы, к земле пригвождены корнями вглубь, зато стою крепка, ветвистая взметнулась высь рука.